Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня с вами снова Яна, и мы находимся в магазине «Светофор». Это школьная 169 Шушары. Посмотрим, какие новиночки приехали сюда. Не забывайте подписываться на мои группы в социальных сетях ВКонтакте, на Дзене, в Телеграме, потому что вроде бы прошла такая информация, что YouTube будут замедлять, чтобы не потеряться. В этом светофоре есть стиральный порошок-концентрат «Бронкс» 5 кг от компании «Новотех» 467-21. На входе, кстати, стоит квас «Желтая бочка». В коммунаре его, по-моему, разобрали и уже не было. 132-69, 3,5 литра. Гель для стирки «Сорти Колор» 320 рублей, 3 литра, 3 килограмма, 400 грамм. И гель для стирки «Биолик» 3 литра с ручкой, концентрат 249 рублей. Много сегодня товаров на самом деле в этом магазине. Подвезли все новинки, средства для мытья посуды «Аос Фэмили». 1,5 килограмма от компании «Нефис Косметик» 191 рубль. И смотрите, хозяйственное мыло, оно пользуется популярностью. Кто что только с ним не делает. 23 рубля кусочек за 250 грамм. И вот этот кондиционер для тканей и концентрат. К сожалению, не вижу его ценника. «Боникс» он называется. «Райская магнолия» тоже есть в наличии. «Доместос» есть по 191 рублю. Но на «Доместос» в представлении не нуждается. Вся мебель здесь также в наличии. Повторяться я не буду. Есть и пенал, есть шкаф с четырьмя дверками и кухня. Все есть, приезжайте, просто в каждом ролике все это показываю. Также этот ассортимент есть в магазине «Маяк» на Пулковском шоссе. Очень хорошо разбирают и стремянки двусторонние, 4 ступени, стальная. Максимальная нагрузка 150 кг, 2066 рублей. Высота этой стремянки больше метра. Раньше привозили стремяночки чуть пониже. В этот раз такие. И вот эти угловые полки тоже двухъярусные. Везде привозят они, для ванной комнаты идут. Не знаю, насколько это... Они подойдут именно для ванной. 294 рубля. Металл в ассортименте. Они действительно разные по форме и по цвету. Вот, различаются. Я всегда боюсь, что все это будет быстро ржаветь. Меня муж просто умолял приобрести вот эти вот семечки молодежные, тыквенные. 173,97. Кстати, очищенные семечки тыквенные есть в магазине «Маяк», опять же, на Пулковке. Очень удобно их добавлять в салаты. Это полезный источник цинка. А здесь вот эти молодежные, они вкусные, качественные, классные. Я, наверное, упаковки 4 возьму. Были на этих выходных на пикнике с палаткой, все как положено, с лодкой, с мотором. И очень многие, кто выезжают с палатками на долгий срок, берут с собой вот такие тазики. Так что, пока они есть, берите, не прогадайте. 584 рубля. В них моют посуду, делают мелкую стирку. Возить их легко. Видите, перевозки. Да, не занимают много места. Плюс, например, в детские лагеря иногда требуются тазики. В общем, да и дома удобно хранить. 584 рубля, тазик 17,5 литров. Не зря в коммунаре их почти уже разобрали. Классная вещь. Ближе к кассе стоят товары, нужные, полезные. И вот такая, например, спортивная защита на колено, голень, стопу, локоть. Универсальный размер. 224,28 стоит. А я только что для мужа на локоть приобрела защиту такую на Wildberries. Там она стоила 300 рублей. В общем, здесь покупать очень выгодно. Ну и красота, конечно. Герберы завезли в этот светофор. 423 рубля 60 копеечек. И герберы есть, посмотрите, какие. Ну вот как удержаться? Знатоки, пожалуйста, расскажите, как за этой красотой ухаживать после того, как она вот здесь вот отцветет. Кондитерки особых новинок нет. Вот такие конфеты Berry Art уже в коммунаре показывала. Йогурт черника. 500 грамм от КДВ Групп. 134,64 цена. В хорошей цене вот эти снеки. 40 рублей 53 копейки. 200 грамм. Вот. Ну и всякие другие тоже снеки здесь. В том числе вот такие палочки кукурузные сладкие. 60 рублей за 400 грамм. Однозначно беру сегодня вот это овсяное печенье люкс с изюмом. 103 рубля за 660 грамм.
Его всегда привозят свежим, классным. Вот если идете в поход, тоже такое печенье подойдет. Вафли крупные от Акульчева. Мягкие 600 грамм, 204 рубля. Вот эту скумбрию дальневосточную уже успела протестировать. Очень неплохая. Добавлять в салаты, готовить пироги. 57,80 за 250 грамм. Атлантическая натуральная с добавлением масла. Неплохая действительно рыба, куски, скумбрия, масло растительное, соль и перец душистый. Здесь Смоленская область, Вяземский район. Не рекламирую алкогольные напитки, только делаю обзор. Какие-то новинки подвозят всегда. Ну вот это Массандра я всегда показываю. Каберне сейчас в наличии, красное сухое 312,42. Напитков огромное количество в ассортименте. Вот такой Juicy Bite, яблочный мультифрукт, яблоко-виноград. 110 рублей цена. Это цена за огромную упаковку, 2 литра на самом деле. Производитель город Москва. Juicy Bite 100%. Вот, например, мультифруктовый сок или яблочный. Ну и Gold 109,46. Тоже цена за 1 литр 930 миллилитров. Смотрите, кстати, помимо лаваша, который сейчас часто лежит на кассе, вкусный просто коломенский хлебозавод производит. 360 грамм 49,67. Неплохой лаваш. При жарке он хрустит вкусно. Привезли еще хлеб тостовый 600 грамм от компании «Каравай». «Каравай» очень активно поставляет свою продукцию в «Маяке». У них там есть отдельная стоечка. И вот теперь есть хлеб и в светофоре. Очень удобно. Обидно за перловую крупу. Смотрите, по цене 26,46. Брать ее никто не хочет. Разучились мы ее готовить, видимо. Это султан 400 грамм. 26,46. Сейчас обойдется вам 2. Значит, упаковки по такой цене. Расскажите, что вы готовите из перловки. Сейчас в холодильник здесь арбузы по цене 40 рублей 95 копеек. Это цена за килограмм. Вот эти колбаски. Эта новинка называется «Царский аппетит». Категория А, 389 рублей. Вот они. Эти колбаски производит «Имх-Анком». Они идеально подходят для гриля. Окорок куриный, копчено-вареный, 256 рублей. Колбаса сырокопченая, полусухая. Ассорти 1 килограмм. 341 рубль. Сосиски молочные. Это МПК «Петровские деликатесы» 188 рублей. Яйца есть в наличии. В магазине в Коммунаре в последний раз я взяла яйца, которые были гораздо мельче, чем эти. Но они были неплохие, удобные, кстати, перевозить. Быстро съедаются. Это категория С2 за 202 рубля 30 штук. Но здесь, повторюсь, видимо, от партии зависит. Здесь прям яйца хорошие, крупные. Вот такой продукт с сыром плавленый, 400 грамм, сыр стародубский, 46-47 цена. Томаты можно еще повыбирать по 133 рубля. И в наличии дыня по 70 рублей цена за килограмм. Остатки баклажанов 175 рублей. Была вот этот сыр в поход, кстати, удобно. Это чеддер плавленый, 400 грамм слайсы, 192 рубля. Мне понравилось, а детям не очень. Еще привезли вот такой сыр «Калифорния», золотое качество, крем творожный. Единственное, что хочу сказать, я не вижу на него ценника. Здесь 1 килограмм, масса нет. Это вроде бы продукт без заменителя молочного жира. На первом месте творог стоит, 1 килограмм. Дата изготовления, ведерки, но, к сожалению, цены нет. Вот такая сметана из топленых сливок без заменителя молочного жира, 192 рубля. Конечно, в холодильнике очень холодно, я хочу побыстрее отсюда уйти. А Российская Федерация, Московская область, город Дмитров. Ну и вот эта сметана, она всегда приволжская, в ведре 120 рублей за 1 килограмм. Еще одна новинка, вот такой освежитель воздуха, CBR 400 мл, 67 рублей. Два в одном, ароматизирует, освежает, освежает воздух, экзотик. Здесь 400 мл этого средства. Освежитель воздуха, сменный баллон, 250 мл, 86,79. Кастрюля эмалированная, цилиндрическая с крышкой, 7 литров с деколью, 916 рублей. Показываю ее еще раз. В прошлый раз, когда приезжала, здесь их не было, кстати. Также кастрюля, литая с крышкой. Вот это вот имеется в виду. 1521 рубль.
Классная кастрюлька. Сейчас самое время заготовок. Пожалуйста. Я, например, в прошлом году очень много кабачковой икры заготовила, и в этом году уже не планирую, потому что много ее осталось. Не съели мы за зиму. И смотрите, в этот светофор привезли и мультиварку. Forever Green она называется. 900 ватт, 21 программа. 2760 рублей цена. Смотрим характеристики. 900 ватт, объем чаши 6 литров, 12 программ. Плов, жарко, молочная каша, йогурт, выпечка, тушение крупы, суп на пару, мультиповар, автоподогрев, предварительное отключение, отложенный старт, разогрев блюд. Я как-то давно уже дома не пользовалась мультиваркой. Мой лучший друг – это обычная плита. Блинная сковородка. В общем, отзывы на нее прекрасные. Можно брать без сомнения. 707 рублей, 22 сантиметра диаметр. А вот такую сковородку мы с вами не видели нигде. Это сковорода 26 сантиметров. Летаем. 4,5 сантиметра высота бортика. 774,90 цена. Производит ее Тверская область, компания Power Lux. Та же компания, что производит и блинные сковородки. И мне кажется, она тоже очень достойная, эта сковородочка. Гарантия на покрытие 12 месяцев. Подходит для газовой плиты, стеклокерамической, электрической и посудомоечной машинки можно мыть. Этот хит продаж здесь есть. Это миска из нержавеющей стали в ассортименте. 4 литра, 450 миллилитров, диаметр 29, цена 178 рублей. Да вообще много всего на самом деле. И вот эти кружки мне понравились, называются Идиллия 5291. И крышки тоже есть, смотрите, металлическая ско. Кто закатывает огурчики, поставьте лайк. Одна упаковка 50 штук, 153 рубля. Вижу, что подвезли вот эту фольгу 30 сантиметров на 30 метров пленки, 106 рублей. Вначале я ее не очень хвалила, фольга сама по себе тоненькая. Но, может быть, это неплохо. Ее самое главное с самого начала вот здесь вот правильно вскрыть. По палету раскупают и вот эти стаканы 6 штук. 250 миллилитров емкость. И цена 196 рублей сразу за 6 штучек. Стаканы всегда нужны, особенно летом. Всевозможные напитки, коктейльчики, да что угодно. Я сегодня возьму еще вот такие салфетки. Универсальный мой рулон называется. 200 штук, 119,98. Такая вещь всегда и везде пригодится. Я постоянно пользуюсь, хорошие. Зубные щетки «Настоящий мужчина». 8 штук, 67 рублей. Знаю, многие пользуются вот такой индийской пастой Promi. 145 грамм, 41,70. Перчатки тоже всегда пригодятся. 50 пар, клево, 214,95. И подвезли термоскатерти двусторонние, размер 60 на метр, 60 рублей 95 копеек. В коммунаре при мне очень много покупателей брали именно вот эти скатерти. Расскажите, как вы их используете, но в сезон заготовок тоже такая незаменимая вещь. Я вот уже закатывала огурцы, нужно помыть огурцы, зелень намыть, все это положить на стол, и на столе что-то должно как бы лежать, защитное какое-то покрытие. Вот можно такую термоскатерть рассмотреть. 60 на метр, 60 рублей 95 копеек. Моя любимая тематика – лимончики. Я все люблю с лимонами. И посуду, и скатерть. И еще с другой стороны есть цветочки. Вот, смотрите, например, моя любимая расцветка – лимончики. Думаю, много поклонников есть. Сразу освежает интерьер. И вот такие цветы, корзиночка с цветами. Хозяйственные тоже в наличии, летом они летят, потому что, например, если жарите шашлык, моете потом решетку, губку можно выбрасывать. 58,82 это цена за 13 штук, 12 на 7,5 и на 3. Я сегодня тоже возьму. Такой фильтр привезли сетевой, боезапас он называется, 5 розеток, длина шнура 3 метра. 319,80. Защита от перегрева и замыканий, убирает помехи в сети. Недорогой удлинитель 3 гнезда 6 метров от компании D-Max. 143,91.
Вот эти контейнеры со створками очень хорошо разбирали в коммунаре, просто моментально. Мне кажется, они идеально подходят для детской комнаты благодаря своей расцветке. 353,96. Вместимость хорошая для игрушек, именно ящики для игрушек. 45 литров, у кого много лего, ну и вообще игрушек можно отдельно в таких ящиках хранить. Ну и большие вот эти мегабоксы. 100 литров 728 рублей. Сейчас подошла к холодильнику заморозка. Смотрите, здесь вишня замороженная в наличии. Расфасовывают ее почти по 3 килограмма. Цена, внимание, за килограмм 222 рубля. Я у себя на огороде потратила, ну не знаю, час точно, наверное, чтобы вишню собрать. А, своя у меня вишня. А здесь, пожалуйста, вам не надо никуда лазить, ничего делать. Вот собранная вишня за вас, замороженная, кинул в холодильник. Всю зиму ешь, паприкашу, овощи быстро замороженные, 124,55 за килограмм. В паприкашу входит помидор, перец, цукини, фасоль, морковь и все. И еще есть мексиканская смесь, там много горошка, 124,55. Мне кажется, подороже стали эти овощи. Тоже пользуется спросом вот эта овощная смесь. Это 4 сезона 400 грамм, хладокомбинат западный, 74,14 цена. Вот этот корм, давно его не видела в ассортименте, Darling. Сделано с любовью, мясо и овощи, без добавления красителей, омега-8, витамины и минералы. Мясо и овощи. Единственное, так, не вижу цену на этот корм. Здесь 2 килограмма 100 грамм. Недавно подвезли, но все, что есть в светофоре, это все бюджетные корма. Также хочу дать отзыв на вот эти отбивные свинины, честные, да, 365 рублей цена за 1 килограмм. Один раз я эти отбивные готовила в аэрогриле, там они получились сухие. Попробуйте эти отбивные приготовить в духовке, используя функцию гриль. Очень получается вкусно. Ну и недорогая пицца Каприка тоже в наличии. 104 рубля за 320 грамм. Здесь два варианта. На самом деле есть пицца ветчина, грибы и пепперони. Заготовщики, смотрите, какая приправа для засолки и маринования универсальная. 100% натуральный продукт от компании Allori. 55,97. Смотрите, вам понадобится вот здесь рецепт грибов маринованных на зиму. И состав так приложу, почитайте. Действительно, никаких ешек здесь нет. Но на первом месте соль поваренная пищевая. Даже морковка сушеная. А зачем нам морковка сушеная? Непонятно. Мне она не везде нужна. Недорогие смеси пряностей в пакете для запекания куриных крылышек, мяса. Тоже бюджетно, 36,56. Здесь и пакет, и приправа. Перец есть вот такой черный, горошек 100 грамм, 74,78. Я тоже мариную все с помощью лимонной кислоты, не уксуса. Мне нравится, очень удобно. 64,90 за 250 грамм. Правда, знаю, что у кого-то бывает аллергия на лимонку. 64,90 за вот эту упаковку. Если хотите смесь для маринования без соли, вот такой вариант. 200 грамм, 74,13. Квас сухой натуральный, 110 грамм. Новосибирский пищевой комбинат, 47,97. Еще одна недорогая приправа. Это басаметти с солью, 50 грамм. 20 рублей 84 копейки. Здесь тоже разные. Есть варианты. Есть для мяса, для плова, для гуляша. Смотрим состав. И на первом месте лавровый лист, не соль. Соль поставили на последнем месте. Далее я вернулась в трикотаж. 700 рублей стоит набор полотенец жаккард 70 на метр 30, 50 на 90, 35 на 60. Плотность 350 грамм на метр квадратный. В отличие от коммунара, вскрыли здесь, видимо, упаковки. И есть очень приятные цвета. Ну, смотрите, прелесть. За 700 рублей сразу получаем 3 полотенца по хорошей цене. И производит Тверская область, известный такой производитель, Вышневолоцкий хлопчатобумажный комбинат. Вот эти пледы тоже нахваливала неоднократно. 1000 рублей они стоят, 2 на 2 20. А, значит, 260 грамм на метр квадратный. Здесь есть разложенные пледы. Вот такие, например, с рисунком. Если у вас светлый диван, можно такой плед расстелить.
чтобы диван быстро не пачкался. У меня именно так сделано, и я его периодически стираю, диван всегда чистый. Вот. Но мне больше нравятся вот эти пледы, потому что они кажутся очень объемными за счет своего вот этого рисунка. Гречка хит продаж в Светофоре 34,90 за 800 грамм. И вот это покрывало я тоже показывала, минимализм, 949 рублей. У меня даже есть ролик, где этот минимализм на аватарке стоит. Его раскупают очень быстро. Понравился плед, 949 рублей. Сейчас его одна парочка тут рассматривала и взяла. Вот я не знаю, сколько штучек осталось. Может быть, вот тут в коробках еще есть. По постельному белью еще вот эти комплекты Сальвадор двуспальные. 971 рубль. 90 грамм на метр квадратный плотность, но я уже говорила, что этот Сальвадор, он 100% полиэстер. Все-таки, во-первых, мне писали, что полиэстер, он прилично стреляет, электризуется, ну и вообще, да, зачем покупать полиэстер, когда куча нам предложено таких комплектов из хлопка. Шорты бермуды, вот здесь сакцентировали наше внимание на них, потому что для дачи, неплохой вариант, вы знаете. 46-56 размер и всего по 321 рублю. А вот этот комплект постельного белья, считаю, стоит рассмотреть. Это все-таки сатин, 100% хлопок. Производство России, он, конечно, дороже в два раза, но это сатин. Уже не раз говорила, в разных светофорах разные расцветки. Бывают очень даже классные. Вот горошек, например. Но это не чисто белый комплект, он такой сероватый. Или вот такой темный леопард. И, кстати, к шортикам, бермудам можно приобрести футболки. И сейчас выложили новые коробки с футболками. Цена, внимание, 147 рублей. Знаю, что там, где дачные направления, эти футболки очень хорошо разбирают, быстро. И опять же, в каждом светофоре свои футболки. То есть свой дизайн футболок. 147 рублей. А вот эти изделия, это производство Пакистан с названием папайя, тоже показывала в коммунаре. Есть такие лонгсливы, футболки и с длинным рукавом, и с рукавом 3/4. Цена этого изделия уже 348 рублей. Здесь хлопок гораздо более качественный. Вот в качестве домашнего трикотажа отлично подойдет. 348 рублей и очень интересная вот такая расцветка, например. Да, конечно, у футболок вот это 147 рублей, менее плотный трикотаж. Он прям тоненький, но я дома такие ношу с удовольствием, на самом деле. Легко стираются, потом не жалко выбросить. Вот эту папайю можно спокойно покупать как нательное белье. Вот с длинным рукавом, например, на зиму. Хлопок хороший, производство Пакистан. Есть белые, черные, серые расцветки, зеленые поярче. Кому что нравится. Туфли комнатные женские, смотрите, 131 рубль. Есть даже очень симпатичная расцветочка. Совсем простые тапочки, но и цена 131 рубль всего. Вот такие и сделанные, на удивление, достаточно качественно. Вот сейчас девушка с восторгом схватила вот эти памперсы Хаггис, потому что они на самом деле бывают далеко не везде. 42 штуки от 11 до 25 килограмм, 618 рублей. Правда, одна девушка мне тоже в комментариях писала, что от этих хаггисов преют немножко попки. Вот расскажите, преют у вас или нет. Вот эти наборы прямоугольных контейнеров в коммунаре приехали с голубыми крышками. Здесь вот такие, цвет оливковый, наверное, 199 рублей, 3 штуки. И емкость каждого контейнера 2,7 литра всего в наборе. 3 штучки. Называются они Fun Cook.